Отсутствие свободных мест в зрительном зале говорило о значимости концерта для города. Публика всех возрастов собралась в этот день в концертном зале музыкальной школы и воодушевленно ждала начала выступлений известных музыкантов. Гости из Москвы на целых два дня полностью посвятили себя Десногорску. И этот концерт был заключительным этапом их гастролей. Равшан Мамиткулиев исполнил на гитаре известные произведения Никола Паганини, две сонаты для гитары и другие прекрасные композиции. Кристина Шарабидзе, виртуозно играющая на домбре, порадовала зрителей капризом «В лучах восходящего солнца». А Алексей Кудряшов исполнил «Жатву» из «Времен года» на фортепиано. Шквалом аплодисментов провожали зрители каждого музыканта со сцены. Эти события в нашем городе очень редко. Такая большая редкость, что концерт классической музыки. Поэтому я решила прийти сама и вот привела сына, приучаю к высокому. А что чувствуют сами музыканты во время своих выступлений, рассказал Алексей Кудряшов. Эмоции счастья, общения с инструментом и эмоции того, что нужно донести до публики твои мысли, твою музыку. Классическая музыка как бальзам для души. Она благоприятно влияет на самочувствие человека, очищает разум от негатива и делает мысли светлыми. Прикоснуться к прекрасному могли все желающие. Вход на концерт был свободным. Данный концерт в Десногорске состоялся благодаря поддержке Общенационального фонда развития культуры с использованием президентского гранта. Бурные аплодисменты завершили концерт. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.